Всем привет! Ну вот, имеем то, что хотели. Полностью оснащенный велосипед для дальних поездок. Сумочка с багажником. Крыло от грязючки. Переднее крыло от грязючки. Бардачок для мелких ненужностей. Фляга для водички. Прикол в том, что она не влазит до конца. Ну, это такой прикол от производителя. Наверное. Так, рожки поставили. Грипсы тоже поменяли. Вот это были родные. Ну, они какие-то колючие. Я их выбросил. Так, велокомпьютер поставили простенький. Защиту рамы от ударов цепи. Для комфортности. Ну и самое главное, это резина. Самая широкая и самая непробиваемая. Значит, для тех, кто захочет поставить эту резину, значит, уточняю размеры. По толщине получается 52 миллиметра. Значит, реально, где у меня она впритык, под тросиком, скажем, здесь зазор остается миллиметра 3. Так, то есть еще раз повторюсь, толщина 52, вот здесь 52 толщина, а ширина отсюда получается 58, хотя на ней написано 61. В реальности получается вот здесь 58. Так что это вам размеры конкретные, безошибочные. Если влазит, ставьте, не пожалеете. Накат бешеный, яма нипочем, прокол тоже нипочем, но извините, вес, то есть две покрышки, две камеры, получается, весят 3,2 килограмма. То есть камеры по полкилограмма и покрышка по 1,2. Правильно посчитал? Вроде правильно. Вот так. Если честно, это велосипед моей жены. Но мне жутко чешется на нем покататься. Пока она на работе. Все, всем привет.